Привет, Сергей, вы на моем канале «Укусом нет». Сегодня опять в той квартире, которую обрабатывал год назад от таракана. По сути, здесь ничего не изменилось. Сейчас вам покажу ситуацию. Таракашечки. Ничего не поубирали, все будет выкидывать. Так, сейчас пошли. О, красота. Вот они тут все. Побежали. Эй. Товарищи. Ага. Давайте тут. Да, тоже тут нормально. И вот так вот. Так все хорошо здесь. Но я думаю, ситуация понятна. Сейчас буду обрабатывать тараканов. Покажу, что получилось из этого. Сейчас начнется самое интересное. Немножко покажу вам, как подтуманил. Промежуточный результат. Вот только-только закончил. Первый раз подтуманил. Смотрите. Сколько тут стасиков повыбегало. А? Смотрите, как. Забегали, не нравится им. Сейчас подожду минут 5-10. Сейчас побольше. Раздражало, чтобы они повылазили. Значит, еще пока не очень сильно они тут ползают. Очень мало пока. Так, ну вот уже результат, как бы, то есть вон они корячатся тут в раковине. Если помните эту раковину, вот она. Ну и соответственно везде они уже все бегают, везде помирают. Ну, тут товарищи, смотрите, сколько. Ну, вот уже все. Как бы результат пошел, скажем так, на лицо. Вот, они здесь уже, сейчас, на другой стене покажу, где они тут, вот они. Бегают, суетятся, все. Все, абсолютно все обработано препаратом. Им деваться уже некуда. Вот они пытаются найти какое-нибудь укромное местечко, но не тут-то было. Вот так, посмотрите, сколько их. Ну, вот такой у нас результат по обработке. Напомню, год назад я здесь проявил уже тараканов. Вот за год опять развели. Вот. Ну, как, если помните, никто тут мои рекомендации не хотел выполнять. Ну и сами видите, все как было, так и есть. Людям проще, видимо, травить раз в год тараканов, чем выполнить рекомендации и избавиться от них навсегда. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео, задавайте свои вопросы в комментариях. Всем пока, до следующих видео.